Думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, как невозможность просмотреть уведомления на YouTube. А при попытке просмотра выскакивает такое сообщение: «Вводите, чтобы увидеть уведомление». Нажатие ничего не дает. А решение следующее данной проблемы. Мы заходим в настройки. Показать дополнительные настройки. Личные данные. Настройка контента. Снимаем галочку «Блокировать данные и файлы куки сторонних сайтов». Также добавляем в «Настроить исключение» сайт google.com. Готово. Готово. Перезапускаем страницу. Все заработало.